Всем привет, друзья! Сегодня у нас полуфинал. Вот уже началось движение на кристалле. Кристалл занял парти. Также здесь находятся войска лорда Зака. И все пока. Эти два игрока с команды БК1 держат кристалл. Итак, как я уже говорил, сегодня полуфинал. Встречается команда БК1 с 200-го королевства против команды с 491-го королевства. БК уже заняла большую часть точек. Все игроки находятся на базе, никто никуда не летит. 491-я собирает два ралли на кристалл, одно на арсенал, другое на поле испытаний. Команда БК1 также собирает ралли в поддержку. Ну что-то мало они собрали. 5800 размер ралли, они собрали только 4 миллиона. Так. Одно ралли вышло. Другое выйдет через 15 секунд. Так. Ждем отчет. БК собирают ралли на пункты снабжения. 461 на арсенал. Тоже мало что-то людей, у них какие-то неполные ралли. Или долго заходят. Соло была атака, опять соло атака, соло, нет, с поваром. Так, здесь туки, соло, заняли арсенал команды 491-го королевства, поле испытаний занято БК. Мистер Нуб войска вывел домой. Здесь мы видим поражение 491-го и снова поражение 491-го королевства. Не хватает им пока силенок побить БК1. Да, но это не та команда, у которой что-то можно просто отнять. Ну, посмотрим, что будет дальше. Никаких ранее нету. Преимущество по очкам на стороне БК1 263 на 121. Так, БК1 собирает два ралли на арсенал, а 491 два ралли на кристалл и одну в поддержку арсенала. Счетом. Здесь победа 191-го королевства. Так, БК1 ралли на кристалл. 191-й пункт снабжения и поле испытаний. Когда возле кристалла стоит лорд Зак, все соперники просто, я думаю, боятся. Его сегодня не хватает. Мистер Нуб. Полная ралли собрана. Десять секунд. Ну, мы
увидим, что произойдет. Пошла атака. Это снова атака. Что-то парали пока нет. Оп. Выбили с кристалла. 491 королевство. Мистер Нуб. Ну, в принципе, это не удивительно. А вот идет сбор на замок. Есть 3 миллиона силы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то произошло вообще невероятное. Парень, я не знаю, о чем он думал, когда принимал это ралли, он просто спал. Ну, что-то явно не входило в его план, такое развитие событий. Так, БК1 и на замке сборы собирает, и на кристалл. 491 арсенал, поле испытаний, пункт снабжения, еще один пункт снабжения. Добили парня. Скорее всего, он реально спал. Ну, я не знаю, что можно думать и на что надеяться. Так. Победа БК. Поражение БК. 491-е. Пункт снабжения. Арсенал, кристалл. Поле испытаний. Два ралли на меня. Так. БК у нас тут-то. Распустили, я так понимаю, какой-то сбор. Ну, мне кажется, на кристалл одного ралли будет мало. Тактика такая. Победа БК. Поле испытаний. Успешно удерживает игру БК1, находясь где-то далеко от этой точки. Я же говорю, сегодня игроки как-то не разлетаются. Все стоят на базе, и все атаки идут в базы. Тупки, сумма атака. Ралли. Не хватает, не хватает. Хоть и стараются, но тяжело 491 королевству. БК1 собирает сбор на арсенал. Видимо, решили, что хватит, слишком долго он был, 491 королевства. Так, 491 поддержка арсенала, пункт снабжения и еще одно ралли на кристалл. Непонятная какая-то тактика. Явное преимущество на стороне БК1. В принципе, ну что и следовало ожидать. Поражение. Победа БК. Поражение 491. Поражение БК1. Так, победа Туки. Победа Туки еще раз. Полторы тысячи очков разницы. БК впереди, снова победа БК. Вот, они решили собрать два ралли на кристалл. Посмотрим,
что принесет данный ход им. А БК1 поле испытаний, арсенал, и на замок идет сбор. $670 миллионов силы у замка, его крепят. Принимают пока не ралли. Хотя до этого матча с БК1 мы видели, как и по 900 миллионов ребята прыгали от них. И по 1.5 гига. Ну а тут довольно уверенно пока себя чувствуют, хоть и проигрывают, и уже значительно в 2000 очков, но что-то пробуют. Ну что, непонятно. Вот БК1 зарабатывает опять большое количество очков для своей команды. Так, на арсенал сбор и на поле испытаний был. А 491 пока никаких сборов нету. Что-то они немножко призадумались. Может, стратегию какую-то вырабатывают. Хотя тут, мне кажется, уже ничего не поможет в этой ситуации. 44 минуты до конца, отрыв 2000 очков. Так, спор на замок идет. 700 миллионов силы. 391 по-прежнему молчит. И на поле и на пункт снабжения идет два сбора от БК1. Очков разницы. А вот же на поле испытаний сбор идет от 491, еще одно ралли на поле испытаний и на пункт снабжения. Три ралли на поле испытаний. Так, а в это время был сбор у нас на замок. Посмотрим, что вышло из него. Хотя, скорее всего, как всегда. Еще один сбор на замок. Так, а вот мы видим отчет. Тоже очень отлично все. Снова приносят ребята своей команде очки. Так. На приставе все спокойно. 491 опять притихло. Вот. Сбор собирает нас Лорд Зак. Наконец-то мы его видим в атаке. Так, давайте глянем, что мы здесь. 600 миллионов силы замок. Тоже укрепляет его. Хотя это вряд ли поможет. 391 в это время особо собирает сбор на испытание. Так уже полный. Войска союзника возвращаются назад. И войска вон до Зака. Вот отличная просто атака, отличная. Убито 15 миллионов при том, что потеряли 4,5. Снова ребята приносят очки своей команде. Теперь Туки собирает сбор. 6,4 миллиона, 5,8 миллионов собрано. Вот же.
Уже не так уверенно себя чувствует команда 491-го королевства. Начинают они потихоньку прыгать от сборов. То, скорее всего, вначале некоторые просто погорячились, приняв их. Либо же просто заснули. Понравился этот игрок команде БК1. Они решили, насколько я понимаю, по очереди его сборить. Пока тихо, уже нет таких активных действий, как в начале игры. Ну уже 3100 очков, 1500 на 4700. Команда БК1 уже не заморачивается точками. Вот снова сбор от Лорда Зака. Ушел в щит. Парень. Не стал он больше испытывать судьбу. Король тоже ушел в щит. За что был наказан и превращен в кучку камней. Не стал он испытывать судьбу. Как мы видим, уже большая часть 491-го королевства в щитах. Единицы стоят без щитов. Раз, два, три. Но очень мало замков без щита. Осталось, видимо, Лорда Зака. Снова собираю сборный замок. Так, полная рада. Я же говорю, очень проглянулся этот игрок. Команде БК1, это уже третья рада на него. Ребят, пока один чисто спортивный интерес, кто больше убьет у него. Ну, он пока из всех соперников, которые были, именно достойно стоит уже три ралли. Некоторые от одного убивают. Ралли от Лорда Зака, так, снова Лорд Зак собирает. Оп, королева не стала тоже испытывать судьбу, как и король. От греха подальше решила перелететь. Ну уже да, все, уже видно, то есть. БК1 вошли в азарт, 491 уже потеряли какие-либо надежду. Так, сбор на маэстро, 1.4 гасилы, у него замок. Тут их осталось несколько замков, все без щитов, все остальные, как мы видим, уже в щите. Сумасшедший отрыв, просто пачка, просто бешеный. Последние минуты. Команда БК1 просто отлично провела время, отдохнула. Так как-то особо не напрягаясь, прошел этот матч для них.
теперь мы ждем в финале, желаем им победы. Лорду Заку особенно. Вот же атака от него. Через 2 минуты завершится драконье поле. Так, отлично, снова убито 12,5 миллионов при 6 миллионах.